прямом эфире Якутия 24. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Здравствуйте. В преддверии Международного женского дня в столице многодетных матерей поздравили и поддержали материально. Добро сделал фонд будущих поколений. Ну а в удачном Мирнинского района волонтеры по акции «Эстафета добрых дел» помогли труженице тыла. Дождались, новый перинатальный центр в Якутске откроют через неделю. Оборудование поставили, персонал обучили. Скрытая угроза. В Якутске Россельхознадзор осматривает лавки, киоски, автобусы, продающие цветы. Почему и зачем нужно их проверять и в чем опасность для населения? Близкое к критическое. И так глава Нерюнгри назвал ситуацию с перевозками пассажиров на рейсовых автобусах. В чем проблема и каково решение? Президент Владимир Путин пообещал избавить российский бизнес от излишних проверок. Это было озвучено на встрече с женщинами-предпринимателями. По словам главы государства, сейчас готовится целый ряд предложений в этом направлении. Президент напомнил, что в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта он уделил внимание этой теме, когда говорил, что проверки должны происходить в удаленном режиме по некоторым направлениям без конкретного участия контролеров. Министром промышленности и геологии Якутии назначен Максим Терещенко. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Родился новый министр в 1981 году в Иркутске. По специальности магистр менеджмента организаций. Ранее работал в Якутскэнерго, в Дальневосточной распределительной сетевой компании и в Якутугле. Начальником управления по персоналу. Примечательно, что в этом году Максим Терещенко стал финалистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и получил образовательный грант. Продолжительность жизни якутян достигла 71 года. Для сравнения, 5 лет назад этот показатель составлял 66 лет. Об этом и о многом другом говорил в своем выступлении глава Якутии Егор Борисов на коллегии Минвостокразвития во Владивостоке. Глава региона призвал министерство плотнее сотрудничать и чаще приезжать в Якутию. Борисов затронул еще один важный момент – модельный бюджет. Это новшество может стать проблемой в формировании бюджетов именно для регионов Дальнего Востока. А сегодня формируется модельный бюджет для того, чтобы поискать какие-то резервы, обозначая среднерегиональные бюджеты модельные, в результате которого дальневосточники, имеющие много затрат из северной территории, могут очень много потерять. Прошу министерство, Юрий Петрович, я прошу дать поручение, чтобы они непосредственно при формировании модельного бюджета на 2018 год, чтобы министерство подключилось. Мы предложения свои подготовили, еще раз посмотреть, с субъектами посоветоваться. В Нюрбе прошли публичные слушания проекта расширения отвалов скрышных пород карьера «Нюрбинский». Цель проекта – размещение, расширение действующего отвала отходов 5 класса опасности. Это необходимо для продолжения добычи алмазов на месторождении трубки и россыпи «Нюрбинская». Проектной организацией выступил Якутский научно-исследовательский и проектный институт алмазодобывающей промышленности «Якутнипроалмаз» компании «Алроса». Представим на суд общественности. В принципе, общественность уже в курсе. Этот проект месяц был на рассмотрении, в общем доступе. Его можно было посмотреть, сделать свои какие-то выводы, замечания, вопросы, которые мы будем ждать. Проект расширения существующего уже отвала. Просто он больше площадью становится. По республике идут ежегодные отчеты правительства перед населением. В Ленске работала группа с первым вице-премьером, министром экономики Михаилом Осиповым. Прошли встречи с населением в Бичинчинском и Салдыкельском наслегах, а итоги подвели на встрече с жителями райцентра. Какие поднимали вопросы ленчане в материале наших коллег. Зинаида Нагуманова отчеты правительства посещает постоянно. В этот раз задала несколько вопросов, волнующих всех ленчан. Первый – это уже многолетняя проблема – авиасообщение, осуществляемого через город Мирный, до аэропорта которого еще нужно преодолеть 240 километров по грунтовой дороге.
Мне я предложила для того, чтобы правительство рассмотрело вопрос и как можно больше рейсов делало, для того, чтобы, ну, как бы вылетая из города Ленска, мы могли вылететь с Талакана или Смирного, ну, другие города, не сидя и не ездя в машине, потому что на сегодня очень много случаев, это потери жизни молодых совершенно людей. Второй вопрос касался плохой сотовой связи и интернета в населенных пунктах района. Заместитель председателя отметил, что озвученные вопросы в Ленском районе действительно существуют и обязательно будут решены. Ирина Тамбовская обратилась с вопросом, который волнует работников акционерной компании «Алроса». В связи с грядущей реорганизацией предприятия многие сотрудники могут потерять свои рабочие места. «Алроса». Они выводят такие службы, как бухгалтерия, отдел заработной платы, юротдел, отдел закупок и отдел кадров отсюда, из нашего региона, в другой, именно в Новосибирск. То есть наш регион теряет сотни рабочих мест. На этот вопрос председатель Государственного комитета Республики по занятости населения Степан Москвитин ответил, что предвидя такое сокращение, республика готова переобучать специалистов за счет бюджетных средств. Также во время отчета были даны ответы на вопросы населения, заданные в прошлом году. Так, в 2022 году в Ленске начнется строительство взлетно-посадочной полосы. Стоимость объекта составит более 6 миллиардов рублей. Строительство школ на 990 мест будет начато в 2021 году. Стоимость этого проекта 713 миллионов рублей. Также в 2021 году будет начато строительство технологического техникума. В этом году будет сдан в эксплуатацию бизнес-инкубатор. Также правительство пообещало ленчанам, что со второй половины этого года вновь появятся субсидированные авиабилеты. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Дороги в микрорайоне Сайсары Якутска будут отремонтированы в 2020 году. Об этом рассказал министр транспорта республики Семен Винокуров на отчете правительства перед жителями города. В общий план реконструкции автодорог Якутска до 2020 года входит ремонт на улицах Чайковского, Ильминская, Воинская и Винокурова. По словам министра, в приоритетном порядке необходимо завершить работы по улице Автодорожная. Это будет сделано в 2019 году. Возможно, во внеплановом порядке отремонтируют также и улицу Маяковского. Глава города Нерюнгри Леонид Олейник назвал ситуацию с перевозками пассажиров на рейсовых автобусах близкой к критической. Этой проблеме в столице Южной Якутии посвятили расширенное заседание. В чем конкретная проблема с городским транспортом и каково решение? Игорь Акимов подробнее. Напомним, что общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская автотранспортная компания на рынке внутригородских перевозок с 2012 года. Проблема с движением автобусов возникла осенью 2017 года и оставалась напряженной на протяжении всей зимы. По словам Леонида Олейник, точка кипения достигнута, в связи с чем главой города руководству компании были поставлены задачи по решению проблемы, конкретные даты и меры воздействия в случае неисполнения. И мы сегодня провели такой открытый диалог, открытое общение. Мы разработали уже здесь, на этом совещании, ряд мероприятий, которые должны стабилизировать ситуацию с городским транспортом. Руководство компании поясняет, что проблема связана с убытками предприятия ввиду снижения пассажиропотока. Корейские автобусы большой вместимости не выдерживают суровых климатических условий и выходят из строя. Угольщики предложили еще раз провести мониторинг пассажиропотока с целью разработать оптимальное расписание, которое удовлетворит бы потребности населения в полной мере. К 9 апреля все будет в штатном режиме, все графики будут перекрыты и все автобусы пойдут как положено. Что касается дальнейшего развития предприятия, то в этом году общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская автотранспортная компания планирует приобрести 4 автобуса большой вместимости, что также снизит напряженность перевозками и в будущий зимний период. Место приняты конкретные меры, намечен план работы дальнейшее, и нам обещают, что с понедельника добавят 4 новых автобуса и остроту снимут. На всех уровнях мы поднимали и думаю, что сейчас вот вопрос окончательно будет решен. По итогам совещания принято решение о том, что на следующей неделе на линию выходят автобусы из Якутска, и после выравнивания ситуации будет произведен мониторинг пассажиропотока. До 16 марта руководству предприятия заявлено требование разработать комплекс мероприятий, которые решат проблему с перевозками. Игорь Акимов, Аксинья Луценко, Сергей Козюра, Нерюнгри. На Валданском районе уже готовятся к республиканскому цеху. И это не только оргкомитет с вопросами готовности объектов и размещения, но и детские творческие коллективы. Сюжет Татьяны Вахниной из Валданского района.
Отрывок из эпоса «Алан Хо» Даниил Рячкин представит гостям на встрече лета. Это будет одно из выступлений, которые школьники Нижнего Куранаха готовят к республиканскому празднику Исаах. Это праздник Исаах. Он проходит летом. Это как у нас Новый год зимой, только у них летом проходит. Учительница якутского языка Наталья Архипова, ответственная за подготовку к празднику Исаах. Под ее началом учащиеся младших и средних классов становятся сказителями Алан Хо и запевалами Осоухай. Сейчас Наталья Николаевна проводит очередную репетицию. Дарья Коршкова на празднике предстанет в образе злодейки, дочери Нижнего мира. Скромной отличнице Даши ее героиня нравится. Ну, я играла девушку из Нижнего мира, которая издевалась над богатырем. Детские коллективы Нижнего Куранаха принимают активное участие во всех мероприятиях района, посвященных подготовке к празднику Исаах. На фольклорном турнире, прошедшем в рамках декады родного языка и письменности, школьники показали как знание эпоса, так и актерское мастерство. А праздника Исаах дети ждут с нетерпением. В Осоухай собирается более миллиона людей из разных городов или стран. На репетициях Наталья Николаевна не жалеет времени на объяснение. Сложение образов из национальных черт, основные мотивы, отражение в эпосе традиций, знакомясь с фольклором, ребята прежде всего познают уклад народа саха. Дети с удовольствием занимаются, и они уже, вот если исполняют даже отрывок из Алан Хо, они вот вживаются в роль. Вот, поэтому и они, конечно же, изучают культуру, узнают. Например, Дейрбек, он из Узбекистана. И вот он впервые соприкоснулся, что такое Осоухай. Вот, и ему очень понравилось. К выступлению на празднике Исаах ребята готовятся с полной самоотдачей. В процессе чтения текстов и оттачивания техники исполнения школьники увлекаются изучением якутской культуры в целом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, поселок Нижний Куранах, Алданский район. В Мирнинском районе сноубордисты и лыжники встретились на состязаниях на склоне Алмазной долины. Соревнования по скоростному спуску устроили в честь открытия горнолыжного сезона. Прокатиться с ветерком приехали и спортсмены из Удачного. На открытии побывала коллега Ксения Исламова. Мороз, солнце и горные лыжи. В алмазной столице заметно потеплело, а это значит, сезон для любителей экстрима только начинается. Горнолыжная база «Алмазная долина» и ее трассы – все это для тех, кто любит прокатиться с ветерком. Как открытие сезона? Ну, ждали долго? Конечно, ждали. Я 2 года ждала очень сильно этого. Из-за травмы Настя не вставала на сноуборд 2 зимы. Сейчас наверстывает упущенное. Перерыв не помешал ей участвовать и в нынешних соревнованиях. Их организовали в честь начала горнолыжного сезона. Сам я, как говорят, утюг. Учился, ну, так, как вот поставили, так и езжу. Но то чувство, которое всем нам дарит погода, снег, это тот адреналин, который заряжает нас энергией там, на неделю, на месяц, на годы. Я очень рад, что среди нас присутствуют и молодые спортсмены, вот номер 35-21. Давайте, пацаны, желаю вам удачи. Эти ребята приехали из Удачного. Для них открытие сезона в Мирном – единственная возможность показать себя и попробовать свои силы. Секция горнолыжного спорта в их городе закрылась. Сейчас тренируются исключительно благодаря энтузиазму своего наставника. Занимаемся сами как бы по себе, у нас есть свой склон, у нас немножко как бы помогает с электричеством, то есть у нас там свет есть. Ну а так, свободное от работы время занимаюсь с детьми. Горные лыжи, сноуборд и ватрушки. Прокатиться здесь можно было и на них. Кстати, чем и воспользовался наш оператор. Пока спортсмены мчались по склону, болельщики не скучали. Шоу-группа «Удаган» угощала гостей сладостями. Несмотря на -35, на этом склоне сегодня было по-настоящему жарко. Соревнования подошли к концу. Мы совсем скоро узнаем, кто же стал их победителем. Ну и после целого дня, проведенного на свежем воздухе, мы бежим греться и пить горячий чай. И вот долгожданные результаты. Блестящие кубки в руках у самых лучших. На лицах улыбки. Сезон горнолыжного спорта в Мирном открыт. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В столице стали известны чемпионы и призеры фестиваля ледовых фигур среди художественных школ. Состязания организовали во второй раз. Если в прошлом году принимали участие всего 9 команд, то в этом году побольше – 14. Несколько дней ребята со своими педагогами делали композиции на тему «Дети Севера».
Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине выпуска итогов дня. В преддверии Международного женского дня в столице многодетных матерей поздравили и поддержали материально. Добро сделал фонд будущих поколений. Ну а в удачном Мирнинского района волонтеры по акции «Эстафета добрых дел» помогли труженице тыла. Дождались. Новый перинатальный центр в Якутске откроют через неделю. Оборудование поставили, персонал обучили. И скрытая угроза. В Якутске Россельхознадзор осматривает лавки, киоски, автобусы, продающие цветы. Почему и зачем нужно их проверять и в чем опасность для граждан? Это Якутия 24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Руководитель региона Егор Борисов поздравил всех женщин с Международным женским днем. Цитата. «Женщины Якутии вносят весомый вклад в развитие нашего Северного края, задают позитивный настрой во всех сферах жизни, добиваясь высоких профессиональных и творческих результатов, в том числе на ответственных постах. При этом каждая из вас – заботливая мать, жена, сестра или дочь, истинная хранительница домашнего очага», говорится в поздравительном послании главы республики Егора Борисова. Ну а накануне праздника весны Егор Борисов встретился с активистами женщинского движения. Глава вручил государственные награды. Напомню, в республике существуют две высокие награды в области воспитания детей. Это «Мать героини» и «Материнская слава трех степеней». Сегодня многодетным мамам помимо писем благодарности и признательности вручили государственные награды Республики Саха-Якутия имени Софии Сидоровой и «Гражданская доблесть». За мой труд я очень благодарна, что оценили труд, оценили именно среднего медицинского работника, потому что в основном как лучшие врачи, поэтому я очень удивлена и очень благодарна. Также в преддверии Международного женского дня сотрудники фонда будущих поколений посетили с подарками многодетные семьи Якутска. Рассказывает наш корреспондент Саргалана Федорова. Татьяна Михайловна, да? Так. Многодетная мама Татьяна одна воспитывает шестерых детей. В семье учатся все. Старшие дети ходят в школу, младшие в садик, а мама студентка. За детьми помогает присматривать бабушка. Каждое лето иногда выходим в деревню, иногда куда-нибудь с детьми идем, гуляем. Ну, развлечений много. Я сама учусь в медколледже, третий, последний курс. В этом году уже заканчиваю. В дальнейшем иду работать медсестрой. Даниловы живут в частном деревянном доме. Одежда, мебель, все есть. Но с телевизором были проблемы. Дочка сказала, что заказать. Потом подумали все. Вон, мучаемся же совсем. Плохо показывает. Все рады, вон дети даже радостные же. У каждого из детей свои интересы и предпочтения. Восьмилетний Володя увлекается математикой и увлеченно играет в шашки. Учусь в втором классе, в Мархинском первый. Всегда помогаю бабушке. Смотрю за детьми. В рамках реализации проекта «Добрая Якутия» сотрудники фонда исполняют желания многодетных семей. Цветы, сладости для детей, бытовая техника. Некоторым помогли по хозяйству. Кому-то там снег почистили во дворе, дрова покололи, даже вот электричество привели в порядок с помощью профессионального электрика, которого мы пригласили. А вот семья эта, вот, которой мы сегодня сейчас вот гостим, они вот попросили вот просто телевизор. Ну, дети, я смотрю, очень рады, ждут с нетерпением, когда старший брат, наверное, подключит сегодня сейчас этот телевизор и будет всей семьей смотреть передачи. У Даниловых система отопления электрическая. На оплату уходит много денег. У семьи пока нет достаточных средств, чтобы провести газ. Большая семья требует больших затрат. Но благодаря поддержке администрации Мархи и родных, в дальнейшем семья планирует улучшить жилищные условия. Заветное желание Татьяны – построить веранду, чтобы дружно всей семьей пить чай на свежем воздухе. Саргалана Федорова, Илья Сыромятников, Якутск.
Несмотря на праздничное настроение, постоянный атрибут 8 марта цветы могут нести некую опасность. В Якутске проходят рейдовые осмотры автобусов, продающих цветы. Этим занимается Россельхознадзор. Проверяют цветочные лавки и киоски. Почему и зачем нужно их проверять и в чем опасность для граждан, выяснял наш корреспондент Дмитрий Тымыров. В эти праздничные дни автобусы, из которых продают цветы, обычное явление для горожан. Однако многие даже не представляют, что прекрасный букет может таить в себе опасность. Цветы завозятся из других регионов России и даже из-за границы. И бывает такое, что среди лепестков находятся различные паразиты. Мы получаем авиаперевозкой с Голландии в Москву, с Москвы уже прямая поставка до Якутска идет. Россельхознадзор по республике Саха-Якутия в эти дни проверяет именно такие точки. Смотрим сопроводительные документы, то есть наличие на должен иметься карантинные фитосанитарные сертификаты, товарные накладные. И если при обнаружении вредителя под карантинной продукции, отбирается пробу и направляется в ПГБУ Иркутской МВЛ. Каждое растение инспекторы проверяют крайне тщательно. В данный момент идет досмотр срезанных цветов. Далее то, что упало от стряхивания, рассматривает под лупой. Если выявляются какие-нибудь насекомые или личинки паразитов, то их сразу изымают на экспертизу. Это насекомые или имага, да, взрослые насекомые, отбираем в пробирку и обследуем дальше партию. В случае обнаружения карантинных вредных организмов сжигает партия цветов, сжигается на полигоне твердых бытовых отходов. Как нам сообщили инспекторы, в ходе подобного рейда в прошлом году было выявлено 26 случаев обнаружения вредных насекомых. Так что если вы собираетесь порадовать своих близких цветами, то не стесняясь, спрашивайте у продавца, откуда завезены цветы. А главное, попросите показать лицензию на право ведения такой деятельности. В противном случае ваш подарок может принести не только радость, сколько хлопот и неприятностей. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Ну а настоящим большим подарком абсолютно для всех женщин республики станет открытие перинатального центра. Объект распахнет двери для всех пациентов с 12 марта, а долгожданное торжественное открытие состоится 15 числа этого месяца. Сейчас завершается установка оборудования в операционных блоках, а для медперсонала провели специальное обучение. Новый перинатальный центр рассчитан на 130 коек, а его поликлиника на 150 посещений в день. Кроме того, там расположено отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 35 мест. В общей сложности медицинский персонал будет насчитывать почти 500 сотрудников. Волонтеры Удачнинского филиала регионального колледжа в Мирнинском районе поддержали акцию под названием «Эстафета добрых дел». Студенты помогли труженице тыла Прасковье Ивановой. Сюжет коллег из Удачного. Прасковья Иванова – одна из тех, кто своим самоотверженным трудом ковал победу в Великой Отечественной войне в тылу. Чтобы напомнить ветерану, что никто не забыт и ничто не забыто, волонтеры Удачинского филиала регионального колледжа решили узнать, как она живет, нуждается ли в чем-нибудь. Радуйте родных и близких улыбкой своей, теплом. Спасибо, что дали вот нам жить, нам развиваться. Благодаря вам живем мы. В гости к ветерану волонтеры пришли не с пустыми руками. На собранные своими силами средства закупили и вручили продуктовый набор. Причем в сборе средств учащихся уговаривать не пришлось. Мы объявили всему колледжу про акцию. Откликнулось очень много учащихся. Мы собрали средства на приобретение продуктового пакета для ветерана тыла. Мы собрали средства, отправились за продуктами, приобрели продукты на список, собранный, также обсужденный нашими участниками, студентами. То есть кто принимал участие, мы решили обсудить. Мы обсудили собранный пакет. Прасковья Иванова, в свою очередь, призналась, что не ожидала такого внимания. Внимание, которое зачастую лучше любых лекарств. Спасибо, что поздравляете, не забывайте. Там меня никто не ходил, не поздравлял. А тут, дай Бог вам.
Впереди у волонтеров большие планы. В дальнейшем они планируют на собранные средства приобрести необходимое и для мам многодетных семей. А сейчас уже готовятся к празднику Великой Победы. У нас предстоит 9 мая. Также тут наши ветераны. Мы не должны их забывать, мы должны откликнуться. То есть желающие уже есть. Мы собираем, уже готовимся к этому празднику, собираем средства для того, чтобы купить какой-то памятный подарок. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Всю половину женской аудитории от души поздравляем с Международным женским днем. Желаем отличных выходных. До свидания. Берегите себя.